Друзья, всем привет! Челлендж, который не мог меня не затронуть, 1500 отжиманий Эрика Давидовича за 3,5 часа. Челлендж, который уже, наверное, все выполнили, кроме самого Эрика. Но многие не соблюдали правила. Эрик говорил, он делал по 50 отжиманий в течение 3,5 часов. Многие делали 50, и потом с течением времени опускались, там по 40, по 30 делали. Я буду делать все 30 подходов по 50 раз. Если делаю меньше 50, то выбываю. Так, у нас здесь блокнот, куда мы будем записывать свои повторения, и таймер. Сейчас 16:18. Буду делать не спеша, как я и сказал, по 50 отжиманий. Делаю меньше, все, выбываю. Ну что, приступим? Ах, время пошло. So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to run my life, sending the rainbows, playing it cool. I don't fly this in ages, and I've no more patience. So won't you please? За 40 секунд нормально. Единственное еще, что допускается, это менять положение рук. Например, нагружать грудь широко, либо трицепс, локти вдоль будут уходить. Это допускается. Но меньше 50 повторений делать нельзя. Подход 300 отжиманий, 12 почти с половиной минут. Ну, нормально, нормально. Подходов есть, прошло 26,5 минут, это 10-й подход, 1/3 пути, пока еще удавалось сделать нон-стопе. Thank you.
20-й подход. Тысяча раз. Почти час прошел. Форс-мажорная ситуация, у нас 6% осталось. Значит, подрубаем другой телефон. Ну вот, давай, с 59 секунд подрубай. По новой. Округлим до часа. Вот я здесь час прошел. Ну, за час 1000 отжиманий более чем. Причем я отдыхал достаточно долго. Можно сказать, не сильно и трудно. Осталось еще 500 отжиманий. Думаю, минут за 40 можно закрыть. Ну, снова же, смотря как отдыхать. Полтосик. 1500. Время. Час плюсуем. Час. Округляем. Час 44. Два раза быстрее, чем Эрик. Но делал все повторения по 50 раз. Отдых достаточно серьезный был. В принципе, нормально. Ничего сверхъестественного. Верю ли я Давидычу? Ну, пусть это будет на его совести. Он сказал, я поверил, я человек простой. Вот, он вроде собирался отжиматься. Посмотримся. Вы же сами понимаете, отжиматься можно по-разному. Вот. Ну, в целом, неплохо. Пробуйте так, как делал я, по 50 раз, не меньше. Потому что если делать потом по 30, по 20, то, в принципе, тут нефиг делать. За час с небольшим 1500 спокойно можно отжаться. Все, челлендж выполнен. С вами был Дикий Лось. Покеда. Все, красавчик.